Мастер-классе с Дмитрием. Вы знаете, удивительное представление, потому что от того, как дети сидели на этом представлении, они просто замерли в восторге, они настолько были расслаблены, настолько им было интересно, они даже лежали, сидели, разулись, рисовали все с таким интересом. Никто вообще ни о чем не говорил даже, между собой не говорили. Они были все вот в творчестве каком-то. И картины получились такие хорошие, непосредственные, яркие. Так что мы очень довольны. Мы бы к вам ходили, хотели всегда ходить на такие мероприятия. А как вы считаете, вот если проводить такие мастер-классы для детей, какая вот польза им от этого? Вот как? Ну, вы знаете, здесь, мне кажется, просто вот такое удовлетворение большое они получают на этом мастер-классе. Потом они все-таки и учатся чему-то. Они вот смотрели, хотя наши дети слабослышащие, все равно они смотрели на экран, смотрели на художника, и они сразу что-то себе брали, чему-то учились. А потом они настолько были увлечены, это вот занятие для души, удивительное занятие для души. Тебе понравилось рисовать вот с Дмитрием и Галиной Тарасовыми? Как тебе здесь? Мне зовут Алиса. Мне очень понравилось рисовать. Ну, очень люблю рисовать. Ты рисуешь, да? Да. А что тебе больше всего понравилось вот здесь, когда ты рисовала? Мне больше нравится это. Вот нарисовала пустыни и пирамиды. Тебе понравилось, да? Да. Меня зовут Соня Фенина. Мне очень понравилось рисовать. А тебе весело здесь было? Хочешь еще к нам прийти, как бы тут туда? Да. Хочешь, да? А что из картин, которые ты нарисовала, тебе понравилось? Это... Новое, да? Да. Здорово. Это одеяло, это наш флаг России. Это рисунок, где мы на улице находимся летом.
А это просто лето в деревне. А это ковер, лесу. Да? Это ковер такой. А это такое, только время читает. А это тоже флаг у меня лежит. Тебе понравилось у нас, скажи, пожалуйста? Да. Ты все картины свои забрала? Да. Да? Здорово. И краски забрала? Все? Под порядок. Пожалуйста, и тебе спасибо тоже. Вот это ты рисовала, я говорю, очень красивая картина. Это ты вот кого рисовала? Я нарисовала? Да. Это тебе. А, это меня, это ты меня нарисовала. Это как ты? Это ты? А, это я. А это тыкра. А это? Где жарко. А. Это цветы и трава. А, это цветы и тигр, где жарко. Ну, цветы. А это тыкрёнок. А, тыкрёнок, здорово. Это не я. А это что? А, это твоя трава? Это цветы. Цветы в траве. Траве. И это тоже. И трава. Ну, скажи, тебе понравилось у нас? Понравилось тебе вот у нас рисовать? Очень нравится. Да? Ты будешь к нам еще приходить? Ну, посмотрим, если есть время. Смотри, какая... Да, мне очень понравилось. Пока. А, мы еще...